Здравствуйте, мои хорошие! Замучил грибок и потеют ноги? Для вас есть спасение! Мамина подруга лечилась так прошлым летом, и все прошло. Очень доступное лечение. Взять литр теплой воды, 6 капель йода и 4 столовые ложки соли. Перемешать и опустить ноги. Держать ноги в растворе по 5-10 минут в день до полного выздоровления. Здоровья вам и никакого грибка. Грибов только в лесу и побольше. Проявляйте заботу о себе и будете здоровы!